В областном музее изобразительного искусства открыли экспозицию, посвященную предстоящему 90-летию Караганды. Здесь обрели свое место произведения признанных мастеров и молодых художников, а также авторов, не входящих в творческие объединения и только начинающих свою выставочную жизнь. Подробности расскажет Роберт Граф. Союз художников Караганды неизменно проводит отчетные выставки весной и осенью. Правда, в этот раз вторая выставка пришлась на декабрь и посвящена сразу двум юбилейным датам – дню рождения шахтерской столицы и 90-летию Союза художников Казахстана, где работают 57 художников и искусствоведов. Авторы представленных картин и скульптур раскрывают общечеловеческие ценности, делятся философскими размышлениями о мире и жизни, демонстрируют пейзажи и работы в графике, скульптуру и декоративно-прикладное искусство, шедевры войлоковаляния и ювелирного дела. Традиционно наше предновогодие и уходящий год закрывает выставка Союза художников. Она отчетная, она традиционная, она дает нам результаты того, что производилось в принципе в течение года художниками. И, в общем-то, каждый раз мы понимаем, что наши художники работают, они делают что-то новое, они выставляют и показывают нам что-то новое. Также директор Музея изобразительного искусства Бибигуль Кудабаева добавила, работы Караганинского союза художников в залах всегда рады видеть. Авторы улучшают свое мастерство, активно работают, во время выставок открываются новые имена. Все, кто сегодня откроют для себя эту выставку и придут после просматривать эту экспозицию, обязательно увидят что-то новое. Пусть даже если они увидят что-то старое, но они обязательно к этому отнесутся по-новому. Потому что каждая работа художника, если она выставляется даже несколько раз, она всегда вызывает какие-то новые определенные чувства. Цена входного билета в Музей изобразительного искусства от 100 до 500 тенге. Билет на экскурсию с экскурсоводом для одного человека обойдется в 700 тенге. Для группы посетителей эта сумма распределяется по стоимости билетов. В будние дни музей, расположенный по проспекту Бухар-Жирау, 76, открыт с 10 до 18 часов. Выходные – с 10 до 17. Роберт Граф, Зулхарнай Исмахаев, Николай Шевелев, 5 канал.